рокеры нашего совхоза, колхоза. Думал, что не наявит. Так, еще это, номера не висят. Сразу бы это, слышь, ну перекинул бы, что там, две явы, прикинь. Так, вот этот иш мы знаем, это, Саша, по Дортмунду. Все глушаки в оригинале, эту единственное, что тоже. Наконечники, да, я специально их поставил, потому что если на дальняк идешь, тросли даже пару капель, я еще куфли вешаю. Да, если ты по автономам поливаешь, реально как бы потом, ну, если в точечках, да, так оно все вниз уходит, да, китайский торговский купол, да. А так у меня тоже оригинальный. Ты, Димон, экшен камеру взял? Да. Молодец. С трех камер будем снимать. Да хоть куда-то едем. Там что-то по 5 рублей стоит. Не, вообще на какой-то ярик уже идет. Ну вот, сегодня круто продубасим. Да, я тоже видел, что моя не ставит. Димон, ну, я дядь Володю уже предупредил, что у нас слет сегодня. Бригада ДВС. То есть Димон, Витал и Саня. А тут еще и Андрюха. Всем привет. Должен дымить. Нормально. Он не хотел добиться, чтобы он взял. Все пишут, а где дым, бля? Сколько шуруп, по идее, на полтора оборота отворачивается? Куда вы дым дели, а? Объясни людям. Пошел! Тот четко работает. Ага. Проблема. Сегодня продубасим. Первый летний. Какой продубас. У нас план движения сегодня. Ну, небольшой, в принципе. Не по эссену, не? По эссену. По светофорам? Не-не, мы поедем. Блять. Саня. Смотреть надо, ебаный, блядь. И шаг. Да, вот я говорю, это из-за масла. Я уже буду ставить дно, потому что не тренировался. Движок четко работает. Вообще. Опа! Да ну нафиг, Димон! А что так можно было, что ли, а? Это как-то на оборотах. Ну что, ты доволен, Саня? Сань, доволен? Я сейчас этот карбюратор, короче, эмульсионную трубку вверх вытянул на станке на 2 мм сточил и поднял вверх. Ну вообще доволен, как он работает? Пока да, сейчас подхват заебись. Это сегодня третий день, как бы, твоя обкаточка, да? Ну. Хорошо. Или вот такую резину, Димка. У него есть такая по автобаму. Ну а что, он экономит? Ну, хотел как бы оригинально. Горит? И все планеты, они пинаются. Не, не горит. Им надо пораньше, иначе потом тянуть. Найди нейтралку тогда. Во. Ну-ка давай, Димон. Блять, я его боюсь. У него еще кикстартер разъебаны, блядь. Потом когда с ним расписаешь, как бы.
мотиватор. Слушай, а можно я прокатиться? Конечно. Ты же уже катался, тебе доверяю. Работает. Андрюх, а ну засвети свою яву. Заведешь? Я думаю, что да. Ну, конечно, тут шептание сейчас только начнется. Это, конечно. Мы ее уже слышали, как она работала. Она как бы это зеркнули. Опа. О, ну да, конечно. Все работает. Он сказал, поехали, и взмахнул рукой. Так продубас начинается. Планета, Ява и два Юпитера пятых. Это вам не шухры-мухры. Держимо. И машины, и дома пролетают мимо. А под седлом поет движок, мчимся словно скруты. Порции конь хорошо, бежать хорошо. И олень хорошо, а мотоцикл лучше. Не страшны, не гаец с радаром. И девчонки любят нас безвозмездно даром. А под седлом поет движок, мчимся словно скручи. И такси хорошо, и каршеринг хорошо. Я поеду. И метро хорошо. Планеты рулят. Thank you.
мы можем, нельзя, да? Я думал вот так, чтобы кружки, ну ладно, поедем тогда туда. Thank you.
Че, постоим или дальше поедем? Постоим, говорю, или дальше поедем? Я говорю, постоим или дальше поедем? Надо было там на тот пляж, там задел. Побольше места, да? Ну поехали тогда. Иди ты. Да, я что-то не сюда заключил.
Короче, вот здесь сейчас и сделаем этот фотошутинг. Да? Как его включать теперь? Ну так же. Лампочку нажал и все, по идее, глаза перестать. Так, вот здесь сейчас поставим их, и на фоне этого можем пофоткаться. Ну что, заебись? Ну ты как что-то как пиздярил сейчас, что я, блядь, не успел. Нагрел, то сейчас можно подключить. Как я вот так? Wir waren schon am Karl am Kanal, ja? Waren schon. Da war Museum. Ah, okay. Karl am Kanal. Ganz schön. Okay. Ja, viel Zeit, Geld und Geduld ist jeder Motorrad. Geld, kassировать, выставку. Aber erst nach dem Fahren, ne? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau. Soll ich dann nicht mehr fahren, ne? Unsere. Ja. Die gehören alle uns. Danke, danke. Ja, sicher können Sie. Ja, wirklich. Rechnung kommt später. Ja, klasse, danke. Ja, Sie können draufsetzen, wenn Sie möchten. Nee, bei mir lieber nicht. Ja, aber bitte nicht. Die setze ich. Die startet nicht. Ist das russische? Russische Modell. Ja, ist tschechisch. Rest. Also, okay. Baujahr 76, ja? Sehr schön. Wie viel Kubik haben die? 350, ja, genau. 32. Echt? 32? Ja, ja. Die Ware nach Holland, England, Amerika, Kanada exportiert. Der ist genau von Holland gefunden, restauriert wieder und so. Und jetzt, stark. Ist es dein, ne? Ja, das meine, ja. Tolle Maschine. Ja. Tolle Maschine. Echt. Würde ich auch gerne haben. Ja. Glaube ich schon. Wieder ne? Ja. Diese ersten Modelle waren mit japanischer Elektronik, ja? Mhm. Also Vergaser ist von Mikuni, Hella, Optik, Kawasaki, linker Stoppsignal, auch made in Japan. Aber es sind nicht alles Originalteile, oder? Ja, hier ist alles original. Ja, ja. Ja. Also wir machen da mal ein Abbild. Machen Sie doch. Ich sage, Sie können auch draufsetzen, ja, wenn Sie möchten. Kein Problem. Ja? Мы тут шоу устроили, да? На шахте. На шахте мы устроили шоу. Нас слушают беременные женщины и домашние животные тоже. А что ты думаешь? А, ну я с тобой теперь не пообщаешься? Я пи. Знаешь, как пи-пи постоянно. Блин, тебе с тобой не пообщаешься? Пообщаешься. Может, я все вырежу, все, что не нужно. Я кёнэн зи обмахан, я. Fürs Bild. Nee, Helm ist gut. Nee, die Kamera muss ja, das ist Action-Kamera, ja. Das ist Festmontiere, klar. Ja, ja sicher. Ablegen einfach, fertig. Ich hab jetzt gerade gelegen, also. Ребята просто спрашивали, как реагируют немцы. Спрашивали, надо сказать. Я к чему это снимаю? Я к чему это снимаю? Ребята спрашивали, как у немцев к ним вот. Вот тебе, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Макс, гуд, чус, данке, данке, один фальчал. Так, ну мы находимся в Эссене, на шахте. Их тут хватает. Вся русская
область, в принципе, знаменита вот именно этими шахтами, где люди зарабатывали себе на жизнь, добывали уголь. Там мы даже, вон, смотрите, чертово колесо видим. Смотри, даже чертово колесо есть. Здесь, чтобы посмотреть вот эту всю панораму. Конечно, здесь красиво. Такой огромный комбайнище, который добывал уголь и вот транспортировал по ленте его. Шагающий такой на рельсах, вон мы там видим. Если мы увидим. Тут, ну, вообще, конечно. Вот эти туннели были для, также для вот этого конвейера, который уголь шел. Внутри, наверное, сюда, потом сюда, вот так вот. Конечно, индустрия мощная была, они на этом поднялись тогда после войны, по добыванию угля. Here.